Итоги, конечно, подводить еще рано. То, что сказать о команде можно, то есть очень положительные эмоции, то, что ребята все стараются, работают, выкладываются полностью, то есть никаких проблем нету. Очень приятно. Что скажете по нашим специалистам, которые в команде присоединились? Ну что, это высокого уровня специалисты, то есть очень хорошо помогают в команде. Один помогает вратарям и, в принципе, также помогает и по обороне. И Виталий Александрович, он, то есть, работает как бы и с нападающими, и с защитниками, и с командой, и с коллективом. Смотрели игры Талпара, ходили на турнир. А какие выводы сделали, возможно? Еще рано что-то говорить, они только начинают. Многие там 2001 года, которые только пришли, первый турнир играли. Ну, в принципе, по игровым кондициям очень понравились, что есть мысль, игровая мысль есть. Другое, что не хватает физики, то есть бросилось в глаза, то, что еще надо окрепнуть, стать мужичками такими. А по игровым кондициям очень понравилась команда.